зеленый цвет в саду обычно призван оттенять более красочные цветочные композиции. Однако, когда попадаешь в такой сад, понимаешь, что сам по себе зеленый цвет – это отдельная палитра, отдельные возможности. Я Ирина Белышева. С вами программа «Ландшафтные хитрости». И сегодня мы находимся в саду у Владимира Семеновича Житкова. Владимир Семенович Житков – ученый и дизайнер. Уникальный специалист по приданию формы хвойным растениям. Из тривиальных елей, сосен, лиственниц он создает сказку. И когда попадаешь в его удивительный сад, где мало ярких цветов, поражаешься, насколько красочными, выразительными и многозначительными могут быть обычные хвойные растения из наших лесов. А обычный зеленый цвет, оказывается, может играть сотнями оттенков и стать палитрой для настоящего художника. Впрочем, сам себя он называет садоводом-любителем. Мы находимся в саду Владимира Семеновича Житкова. И хотя Владимир Семенович только что назвал мне себя садоводом-любителем, но когда попадаешь в этот сад, понимаешь, что садоводство – это большое искусство. Владимир Семенович, вот первое, что мне приходит в голову, это же растения, которые мы, в принципе, видим практически на каждом шагу, что редких растений, особенных вот вокруг себя, я не вижу. Расскажите, что здесь растет, что это за растения, и вообще расскажите об этой прекрасной композиции. Ну, как садовод-любитель... Я всегда хотел бы, чтобы было как можно больше разнообразия. Поэтому, поскольку закладывалось раньше, вот видовых каких-то или сортовых елок было мало. Ну, а здесь заложено, во-первых, не только видовые, например, ели обыкновенная пиццельзе, но и ель глаука, и ель колючая, и другие ели сортовые. Но для того, чтобы разместить как можно больше растений на одном участке, приходится их делать компактными с помощью обрезки. Вот живая изгородь, например, да, она подчеркивает, вот, что изолированность этой композиции из, только из разных видов и сортов елей. И они сделаны в разном стиле. Есть вот живая изгородь, есть колонки сделаны большого размера, есть маленькие колонки, есть там еще фигура какая-то из них сделана. То есть и получается, что здесь не только как бы испытываются разные варианты на устойчивость к нашему климату, но еще разная способность к формированию или к содержанию в компактном виде. То есть из одной и той же елки, такой банальный, тривиальный, обычном жителе нашей средней полосы, можно сделать вот эту вот маленькую совсем хорошенькую изгородь, можно сделать изгородь побольше, высокую, и широкую, и узкую. Широкую. Да? Более того, я как бы своим студентам, когда с ними разговариваю, у меня мечта сделать из ели газон. Это будет самая красивая вещь. То есть, это все не так. Это все возможно, потому что просто надо этим заниматься. Для этого должна быть площадь. А так это будет очень красивый газон, потому что в состоянии, когда только начинает отрастать побеги, то это очень красиво. Кроме того, что при таких посадках и испытаниях выясняется, что наша ель, обычная ель семенная, которая, она бывает разная. У нее просто бывает белые, бывают голубые, бывают золотистые. Ну да, вот мы даже видим здесь. Да, они отличаются по оттенкам. Но это как бы так случайно получилось. Но, в принципе, это можно отобрать, что для живой изгороди, или хотя бы для части ее, отобрать особи, у которых золотые приросты. Вот тогда, когда при стрижке, получается, поверхность сияет золотом. Вот. Так что вот такие вещи, они открываются в процессе работы. Технология, вот это обыкновенно, мы сейчас в это время года уже новые приросты мы видим. Вот технология просто обыкновенным секатором или есть какие-то особенности? Тут как бы разные есть моменты в процессе создания, потому что живую изгородь надо сначала создать. С одной стороны, ее поддерживать, это другая задача, а сначала ее создать. Для того, чтобы создать побыстрее, вот тут тоже есть несколько приемов. Надо посадить как можно чаще. И на каком примерно расстоянии? Ну, как есть сколько денег, потому что чем чаще вы посадите, тем она будет быстрее густой. Да. Ну, на квадратный метр можно штук 10 посадить, они спокойно уживаются. Ну, а тут принцип такой, что если хотите, чтобы побыстрее было, надо после посадки сильно укоротить и по высоте, и по ширине. И после этого, как только появляются приросты, их надо сначала руками выщипывать, потом ножницами, не ждать следующего года, а в процессе одного сезона, если вы будете их подкармливать, поливать, то они могут давать 3-4 волны роста. И вот если вы 4 волны роста будете укорачивать, то она быстро обрастает.
Вот. И кроме того, что, вот, что такое живая изгородь и вообще стриженные растения, они становятся молодыми физиологически. Вот живая изгородь, в принципе, биологически она вечна. Вот если вы будете, не будете упускать, не будете давать отрастать, а вовремя будете стричь, не один раз, как многие советуют, а столько раз, сколько нужно. Потому что если, да, это зависит ведь, как растения растут от погоды, от того, как вы их подкармливаете. Вот. Но чтобы живая изгородь была качественной, конечно, это необходимо прежде всего. Кормить вовремя и поливать вовремя. Потому что бывают сезоны, когда сухо, и им не хватает влаги. Практически можно сказать, что вот эта композиция растений, включая туи, о которых, может быть, вы еще тоже пару слов скажете, да? Дело в том, что эта композиция растений, она просто, может быть, идеально подходит для нашей средней полосы, для нашего климата. Потому что, с одной стороны, это растения очень традиционные, они знакомые, понятно всем, как за ними ухаживать. С другой стороны, вот вместо, конечно, прекрасной и живописной, но конической формы, можно придать любую форму, которую захочет садовод, и он не будет бояться, что это не замерзнет зимой или там не выживет весной, укрывать, не укрывать, да? Да, конечно. Тут вот с помощью стрижки мы можем создать, имитировать формы изящные, но которые у нас плохо зимуют. Ну, например, Sanders Blue. Это на основе коника сделано, и, как они, как говорят, они горят. Но можно сделать голубое растение из колючей ели. А это вот колючая ель, которая колючая опять же ель, у нас... Колючая ель, да, и, которую, если вовремя стричь, она такая же будет густая, как Sanders Blue, но никогда не горит, не мерзнет, и выглядит не хуже. А главное, Sanders Blue, если обычно это небольшое растение, то из колючей ели можно сделать любого размера, любой формы, вот такое голубое произведение какое-то. А туи, вот опять же, любимые нами и вообще очень беспроблемные, которых все любят за неприхотливость. Да, туи, с одной стороны, как бы такое распространенное растение, но распространено в одном плане, потому что обычно из туи делают живые изгороди, понимаете, как бы вместо живой какой-то стандартной изгороди делают зеленую изгородь. И поэтому распространены высокорослые сорта, типа колумна, брабант, смарагд вот ценится, но смарагд все-таки медленно растет. Но туи хороши и для композиции. Во-первых, сортов много разных. И, во-первых, есть две группы: вересковидные туи и обычные туи, чешуйчатые. Кроме того, из туи можно сделать хорошую композицию, если знать их размеры, окраску хвои, например, те же золотистые формы, их много. Из золотистых форм тоже разные по высоте бывают растения. Кроме того, некоторые туи, вот, например, как рейнгольд, если ее стричь, хоть и невысокая, но если ее стричь, это получается изюминка в саду, потому что это золотой такой шарик, плотный-плотный, если стричь. Но если не стричь, это такое получается такое обычное растение. Вот, поэтому тут вот как бы, опять в связи с тем, что хочется на маленьком участке посадить, возможно, больше разнообразия, просто собрана коллекция разных сортов туи. И то, что у нас в начале как бы были, это, например, туя розентали, ну, из-за границы уже не привезешь. Это колоновидная туя, значительно меньше, чем колумна, такая достаточно стройная, даже если ее и не стричь. Ну и из традиционных растений, которые здесь присутствуют, но мы еще не поговорили, это вот я вижу лиственница, да? Ну, лиственница одно из тоже таких очень замечательных растений. Во-первых, конечно, мне очень нравится эта окраска хвои, когда она весной распускается. Ну, кроме того, сейчас еще сортов много есть. Вот это вот, например, диана, у которой извилистые побеги. Ну, она оказалась чрезвычайно высокая для вот таких... Часто я знаю, что у садоводов бывают такие композиции, да. Неожиданности. Вот. То есть вы просто сдерживаете не столько форму придаете, сколько сдерживаете рост? В данном случае, да, это вот как бы такое дерево, которое ограничен высоту и его ширину. Вот. А так лиственница, из нее можно сделать все, что угодно. И вот там в другом месте у меня есть бонсай, ну, достаточно высокий, да, из лиственницы. Из лиственницы можно делать шарик, она хорошо стрижется, и поэтому можно сделать живую изгородь. И она тоже будет очень замечательная. Даже зимой будет смотреться за счет того, что будет игра. Графика такая ветвей тоже будет смотреться очень хорошо. Лиственница – одна из лучших пород для в любом виде. Хоть в сеянном, там, сеянце это. Хотя в сортах тоже. Если в сортах тоже. То есть ее надо использовать. Кроме ели. Вот ели, как бы, виды, которые у нас хорошо зимуют. Это колючая, обыкновенная.
прежде всего. Но еще аморика хорошо зимует тоже. Ну, она и сама по себе неплохая. Ну, это для стрижки лучше, конечно, всего брать нашу обычную ель. А сосны? Сосны у вас, я смотрю, тут немножко они на границе. То есть они все-таки, сосна слишком большая по размеру, да? Для того, чтобы вот на маленьком садике даже формировать. Сосен-то очень много как раз форм. Ну, есть высокорослые виды. Ну, та же, например, пандероза, которая это высокорослая обыкновенная пандероза. Ну, кроме того, что их можно держать на любой высоте, как бонсай держат, сосны можно использовать виды низкорослые. Например, горная сосна. Там очень, во-первых, много сортов низкорослых и красивых. Горные. Ну, даже если как бы горная сосна и такая семенная, типа пумилио или мугус. То есть тоже можно использовать для создания, ну, разных садовых элементов в композиции. То есть и по высоте разные, и по... Тут у меня вот были давнишние еще, когда давно-давно, лет, наверное, 30 назад покупал сосны, еще только-только они появились в наших питомниках. Я из одних я сделал просто ковер такой. Сейчас такие сорта приблизительно есть. А то если ее согнуть, ветки по земле, то получается такой по земле. То есть газон из ели, ковер из сосны. Это очень легко сделать. Просто этим надо немножко заниматься. Это быстро достаточно получается. И вот состояние, когда появляются приросты, конечно, это самый красивый момент в жизни сосны. Поэтому вот... Ну, ваше сердце отдано елкам. Нет, не только елкам. Почему? У меня как бы нет особых предпочтений к породам, потому что одна порода для одних целей лучше, другая для других целей. Потому что... Но сосна, она все-таки имеет такую фактуру крона, что это в любом случае самое красивое растение в своей идее, в своем природном качестве. Но ее труднее намного делать, потому что сосна, там у нее такая биология, ее трудно формировать и долго формировать. Если ель можно быстро, и, особенно если брать какие-то там деформированные вещи, или, например, я много беру ели из леса, когда там их срубают, и они начинают отрастать, появляется какая-то особенность интересная, да. Их легко как бы восстановить и обыграть все эти вот нарушения, какие происходили. Поэтому для одних целей ель лучше, для других сосна, ну, в разных участках сада для разных целей. Владимир Семенович, а покажете еще другие участки вашего сада? Ну, пойдемте, что сейчас вам понравится. Пойдемте посмотрим. Теперь несколько слов вот об этой сосне. Вот для того, чтобы как раз получилась такая густая сосна, как бонсай, нужно, чтобы у нее были короткие приросты. А вот такие сосны как раз можно найти на болотах. Вот это, например, сосна, вот этого же, такого размера она и была. Ей было 30 лет, когда я ее взял на болоте. И после этого, поскольку у них часто расположены приросты, получаются густые такие шапки. И достаточно только все приросты ежегодно укорачивать почти до предела. И это каждым годом вот эта вот крона становится все гуще и более интересной. Конечно, тут можно было бы что-то проредить, чтобы было четко подчеркнуть все отдельные ветки. А так немножко она сейчас загущенная. Ну и еще вот как раз тут под ней растет эта туя вересковидная, из которой как раз очень хорошо формировать разные, делать разные фигуры. Я ее первый раз увидел как раз где-то в Ставрополе, весной она была, она... зимой становится такая коричневая. И вот увидел, как медведь, вот ветерок еще был, шатается, как будто вот такая уже, даже там ничего не было сформировано, а как именно фигура зверя такого. И здесь вот, если ее вот так каждое лето несколько раз стричь, то получается, ну, такая, это не обязательно какую-то делать конкретную фигуру, а просто вот такая вот штука разлапистая получается, тоже похожая на какого-то таинственного зверя. Много ли времени это занимает, вот если стрижка, то есть насколько трудоемкий этот процесс? Ну, когда стрижка, это быстро. То другое дело, что, в принципе, это хорошо приросты и на живой изгороди руками прищипывают, но тут, конечно, будет адовая работа. Для большинства пород уже ножницы, особенно когда стрижете тую. Просто это достаточно быстро, когда есть навык, занимает там 5 минут, это недолго. Я, кстати, вот хотела сказать, вот сейчас в это время, вот сейчас конец мая, и, видимо, это отдельная декоративность просто в хвойном саду, когда они все с приростами, они все очень живописные, да. Очень выразительные. Сколько этот период длится? Период, когда вот молодые приросты, самые красивые в жизни живой изгороди. Поэтому, когда вот они начинают уже отрастать,
жалко, как вот эту вот красоту убирать. Но ее необходимо, нельзя долго оставлять приросты на живой изгороди, потому что они разной высоты, и некоторые начинают доминировать. Те, которые доминируют, ослабляют рядом расположенные самые приросты. И поэтому в дальнейшем могут появляться изъяны или там прорехи. Поэтому, несмотря на жалость, волей-неволей... Ну вот это уже стриженное? В этом году не стрижено. То есть мы немного полюбуйтесь? Она, в принципе, это была пострижена, но это весной проходит. То, что от снега там где-то более выступают побеги. То есть в том-то дело, что никогда не надо оставлять выступающие на поверхности какие-то части. Понимаете, да? Поэтому вот весной до начала роста ее подравнивают. То, что как бы, уходит за линию живой изгороди. И хвойный сад, я подчеркну, опять же, очевидную истину, напомню, вернее, что хвойный сад – это сад, который декоративен все четыре времени года, да, только весной он один, зимой, наверное, отдельная совершенно красота и выразительность. Ну, и да, так. Ну тут вот как бы еще такая вещь, вот для того, чтобы тоже зимой не было проблем, например, с туи, не только для того, чтобы они были более плотные, туи, даже если они не в живой изгороди, лучше стричь. Если вы их стрижете, вы, во-первых, делаете ветви более упругими, и поэтому снег, который падает, не будет ломать ветки. А кроме того, вы убираете за счет этого, если постричь несколько раз, семенное ношение. Коричневые семена, они портят туи. Во всяком случае, сильно снижает их декоративность. Поэтому если стричь, то этого не будет. И если будет, то совсем немного. Поэтому тут стрижка во всех отношениях вещь необходимая, что ли, если человек хочет иметь красивый сад на долгие годы. Владимир Семенович, вы сказали, что вы сейчас пока еще не стрижете растения, потому что у вас внутри птицы закладывают... Гнезда вьют, и там птенчики живут. Владимир Семенович, а что касается здоровья, так сказать, этой изгороди, то есть подвержена ли она болезням? Да, вот в такой ситуации, когда растения так густо расположены, где они плохо проветриваются, есть вероятность, да и происходит это заражение грибной болезнью шута. Тогда хвоя опадает, и появляются как раз вот такие лысые места на живой изгороди. Она мгновенно портится. И в этом году как раз я испытал прием, который мне подсказали садоводы-любители, что использовать не стандартные вещества против грибов, а сделать крепкий раствор, 7% раствор мочевины. И то есть как раз... известно, как обычное удобрение. Да, азотное. И в этом году я как раз заметил, что вид живой изгороди стал намного более зеленый, более жизненный такой. И оказалось, что как раз здесь не только мы, растения, как бы уничтожаем вредителей и болезни, но еще и подкармливаем азотом. И так в какое время тут... года это? Это когда в состоянии покоя, это апрель. Зимой, весной ранней весной. Да. Вот, так что это вот, как бы, если кто-то хочет, тут как бы одновременно двух зайцев убиваем. Мы подкармливаем и убиваем. Это не только касается живой изгороди из дерева, а вообще всех хвойных и лиственных растений. То есть это как бы вещество, которое во всех отношениях работает. Ну что, отправимся дальше? Вот когда надоедает собирать урожая в лепихе, ее можно использовать как какое-то декоративное растение с помощью стрижки. Она очень хорошо стрижется, если за лето несколько раз постричься, получается плотная. То ли сфера, то ли хотите конусом сделать. То есть любую геометрическую фигуру из нее можно создать очень быстро, потому что она хорошо ветвится, и если несколько раз стричь, то получается быстро вся эта фигура. Вот, ну тут как бы еще вот под ней растет выросла как сорняк береза. Тоже я как бы сразу их не выбрасываю, а использую для того, чтобы создать небольшое такое миниатюрное растение. Несколько раз за лето пострижем, получится такой маленькой карликовой березы. Владимир Семенович, ну я обратила внимание в первую очередь в этом уголке сада, что он... несколько находится в углублении. Это так было изначально, рельеф участка, или это уже вот рукотворное? Ну, здесь поверхность где-то на полметра углублена для того, чтобы создать такой здесь уютный уголок. Вот здесь сделан стол, здесь красивые формированные растения, там можжевельник, ель, вот здесь стенка, которая покрыта
свисающими. Как раз мы говорили, не вполне газон изъели, но уже плакучее что-то. Два сорта и елки. Это прокумбенс, который вообще стелится, и нидиформис, которая. И это обычная елка, но только сделанная как бонсай. То есть это вот как бы специально сделано, чтобы чувствовать себя как в горах. То есть находится ниже уровня сада. Это рабочий стол или пиво попить? Ну, это так, да, для того, чтобы посидеть, душу отвести. Вот итог. Времени на это, конечно, мало бывает, но так, чтобы когда даже просто подходишь сюда, уже здесь как бы такой уют у себя чувствуешь. Вот и все. Даже не столько для сидеть. Потому что... Хотя, в принципе, по идее, там есть вот и лежак, где как раз вот этот вот клен, который будет формирован как бонсай, он похож на японский клен, это сахарный клен. Вот, чтобы здесь было такое уютное место. Там защита тоже, чтобы уютно было. Это стена крепостная. Так что вот какие-то моменты. Я по-прежнему все-таки считаю, что садоводство – это такой талант. И идеи, которые приходят садоводу, может быть, они уникальны и неповторимы никем. Вот составляете ли вы план? Видите ли это в голове? Тем более хвойные, их надо же видеть в будущем еще немного. Как это у вас происходит? Вот приходите за столик. Как правило, все это происходит, случайная идея возникает. Вот возникло, что действительно вот здесь сделать надо уютно. Из-за того, хотя бы, например, что была отмостка, от нее все равно была поверхность такая косая. Ну вот и как раз возникла идея это утрировать, то есть подчеркнуть, что здесь как бы рельеф такой горный. Вот. А дальше уже как бы тут... Само собой, и растения какие-то, как бы они даже в процессе как бы, вот, жизни, они под это вот местечко уютное, они создаются, там формируются или подсаживаются что-то новое, такое, чтобы вот здесь было как бы. И с одной стороны, тень, с другой стороны, чтобы не было такой мощных деревьев. В то же время. Растения в вашем саду появляются. Вам их дарят, вы их покупаете, вы их выкапываете, там, я не знаю, размножаете. Как? Ну, разные совершенно пути. Во-первых, конечно, тут я работаю. Есть интересные истории какие-то? Ну, как правило, растения вот, интересные находятся в лесу. Но, правда, бывают какие-то неудачи, потому что вот иногда просто красивый подвой, чтобы сделать красивое растение, его нужно привить, что это должен быть красивый подвой. Вот это как бы иногда вот с ним носится, потому что он как бы создает вот этот подвой, всю картину вот этой вот композиции. Вот, ну, а так, до растений-то часто просто смотришь, и оно, сам его вид определяет, где ему место в композиции. То есть и размеры, и фактуры, и все остальное. Вот, например, как эта туя Оллендорфе, она как бы имеет две сущности. С одной стороны, она густая, ее можно стричь, она будет таким геометрической фигурой. С другой стороны, у нее есть ветки оголенные, которые создают такую ажурную крону. То есть как бы это все тоже как бы обыгрывается. А так вот вы учитесь, вы смотрите там или сады, или журналы, или книги, или передачи? Ну, понимаете, как правило, даже студентам об этом рассказываю, я учусь всегда, понимаете. Вот, например, даже одно время был такой совершенно дурной фильм, «Я шпион». А действие происходило, оно многосерийное, происходило на Дальнем Востоке. Китай, Япония, Корея. Вот, а там много садов как раз вот восточного плана. Ну, я там как раз, вот, во-первых, понял, что такое восточный сад. Потому что там сад сажают сразу готовым. Если мы делаем, как парк, там лет 50, пока он вырастет до таких размеров, какие нам нужны, то там сразу сажают растения взрослые, того размера, который нужен для этого места, для этой композиции. Вот. А так, конечно, но другое дело, что вот применить напрямую все, что ты видишь там в журналах, в кино, невозможно, потому что все это, другое дело, что это часто создает опыт. Ты технически вооружаешь, например, так же, как вот, например, формировать бонсай. Конечно, я не ездил никакой ни в Японию, но достаточно посмотреть на растение. Если человек понимает, как растение растет, он понимает, как это сделать. Только и всего. То есть, поэтому тут в зависимости от... ситуации, в зависимости от человека, он должен решать свои задачи по-своему, потому что нет общих для всех как бы, вот таких советов. Наш сад рождается сначала в нашей голове и в нашей душе, и лишь потом на нашем участке. Я Ирина Белышева. Пишите нам, и в любое время года мы готовы поделиться ландшафтными хитростями и услышать историю вашего сада.